Здравствуйте, друзья! Мы со Светланой сейчас будем беседовать на тему о бдительности американцев. Вот человек спрашивает, а правда ли, что вот американцы, они такие бдительные, следят, стучат, вот как при СССР там люди тоже сообщали в компетентные органы, если что не так. Вот что ты скажешь, Свет, про бдительность американского населения? Ну, это правда вообще-то, с одной стороны. С другой стороны, мотивы, которые побуждают их это делать, совершенно противоположные тем, которыми самое руководствовались люди, которые жили в бывших... В сталинское время, да. Дело в том, что мы все здесь граждане, и мы хотим, чтобы наши городки, которые маленькие, чтобы они были хорошие, чтобы они не имели преступности. Да. И в этом смысле мы тоже следим, если появляются посторонние люди, и они заходят в дома, стучат, и они проверяют там номера машин. То есть мы на самом деле не сидим с биноклем и не высматриваем, что на улице происходит. Но если на улице происходит что-то, попадает в поле зрения, что-то аномальное, то мы сообщаем даже полицию, как бы, да, потому что мы хотим, чтобы там, где мы живем, чтобы было чисто и хорошо, и не криминально. Кроме того, я бы еще вот что сказал. Есть люди более мнительные, что ли, даже вот, я бы сказал, иногда параноидально мнительные. Вот, допустим, может сидеть там бабулька, и она смотрит в окно, и вдруг видит, приехал трак, и вышли трое черных. И она лихорадочно там набирает полицию, говорит, тут такое творится. Значит, приезжает полиция и спрашивает, пацаны, вы что тут? Они говорят, вот приехали, забор чинить нас вызвали. Они говорят, а это не вопрос. Нет, полиция еще ни разу никого не арестовывала, хотя мы тоже несколько раз вызывали нашу... В каком смысле не арестовывала? Ну, вот что они приедут, они разбираются, все очень мирно, они выясняют, что происходит, и они, как правило, если ничего криминального нет, но лучше перестраховаться, да. У нас, например, бывали случаи такие, что звонок из полиции по телефону, и они говорят, что вот где-то там ребенок сидел в машине, и эту машину украли, прямо чуть ли не из драйвея какого-то дома. Угу. Украли машину вместе с сидящим там ребенком. Если вы увидите там человека такого-то на такой-то машине, то сообщите в полицию. То есть полиция это особый случай. Нет, это когда на уши всех ставят. Правильно, это особый случай. Но и мы, в свою очередь, да, вот у меня даже совсем недавно был случай, поскольку я работаю из дому, что-то мне соседка сказала, что вроде бы кто-то ходит и звонит в дома, проверяет, если там днем люди или нет. Ну, так она мне сказала. А я, значит, сижу, работаю днем. Мне не нравится, когда кто-то звонит, потому что это, даже если это не криминально что-то, но это solicitation какой-то. Поэтому я иногда даже не открываю это самое дверь. И что я вижу? Я вижу, что уже там, например, прошло один раз позвонили, я не открыла. Следующая неделя наступает снова. Вижу, идут две женщины, идут без машины. Мексиканки? Мексиканки пешком идут и звонят в дверь во входную. У нас по улицам пешком не ходят. Да, и я не открываю дверь. Значит, они позвонили, постояли и ушли. После чего они идут в соседний дом, и то снова звонят туда. Ты это видишь? Я это вижу. После чего я вижу, что из-за угла выезжает машина, такая старая побитая машина, и они подходят, машут радостно рукой там кому-то, подходят и начинают разговаривать. И вот это мне уже не понравилось совсем, потому что... Как засланные казачки. Да, что эти проверяют и что-то сообщают. И я позвонила в полицию, они приехали в течение 5 минут и стали с ними разговаривать, проверили документы и все такое. Это неплохо. Надо сказать, что у полиции подлетное время... А там буквально 2-3 минуты. То есть удивительно, с какой скоростью они тут перемещаются. Может быть, они где-то там на районе, да, как говорят, и просто подъезжают. Не то, что они из гаража должны куда-то сорваться. Но, во всяком случае, подлетают мгновенно. Здесь еще так же бывает, если начинаются какие-то, например, разборки с соседями. Потому что, например, люди все разные, да, мы все должны соблюдать правила, там, не шуметь после 11 и так далее. Ну, всякое бывает, где-то шумно, и у нас как-то соседи загуляли до 3 часов ночи, в доме невозможно было находиться, очень было шумно. Они пьяные были, я им кричал через забор, но они были пьяные и не обращали на меня внимания. Да, и приехала полиция, сразу тихо становится все моментально. Можно отдыхать. То есть люди должны уважать покой. А полиция тебя спрашивает, ты хочешь, чтобы мы сказали, что ты нас вызвал, или чтобы анонимно? Так, то вы можете сказать, что от вас, а можете сказать, что анонимно.
это ваше дело, но... Еще у нас был случай один, я помню, это было все-таки очень давно. Одно дело, когда люди их беспокоят, и они звонят в полицию, а другое дело, они когда мнительны. Нет, но вот есть бдительность. Бдительность. Вот очень много лет назад, причем это было очень давно, это было лет 12-15 назад. Угу. В 7 часов утра, в воскресенье, дикий крик ребенка во дворе. А у соседа? У соседа. Пусти меня домой, там, пусти меня домой. Не, я слышал, этот крик был чудовищный. Откройте, ребенок в истерике бьется. Ощущение было, что его сейчас режут. И такое впечатление, что родители его не пускают домой. То есть, да, поскольку шум шел со стороны нашего заднего двора, их задний двор примыкал к нашему. Да вот кричит маленький ребенок по голосу года 3, наверное, значит, что он хочет, что пустите меня, пустите меня, и родители его не пускают. Здесь не разрешается издеваться над детьми, и это все противозаконно, и жалко ребенка 3-летнего, который но так истошно орет. Крик был из разряда душераздирающий, то есть выдерживать это было невозможно. Да, и это было 7 часов утра, в воскресенье он нас разбудил этим криком, может быть, так бы мы не заметили в будний день, но поскольку все спали, и в 7 часов утра, в общем, это был крик. И мы позвонили, сказали, что там кто-то издевается над ребенком, да? Что там что-то не то, и они приехали, проверили там, и все. Они, как правило, нас не информируют, что там происходит. Это не наше дело, но бдительность, безусловно. То есть, и все это не потому, что там я хочу, что, вот пусть этого соседа накажут, а все это потому, что мы хотим, чтобы не обижали детей, мы хотим, чтобы было все культурно, правильно? Нет, ну, в пределах, так сказать, норм, нормально. Ну хорошо, то есть американцы не параноидальные, а просто если непорядок, то они обращаются к власти, чтобы власть наводила порядок. Здесь никто соседом не пойдет разбираться сам один на один. Да. Это все делается через полицию, так положено. Порядок устанавливает власть, значит, когда порядок нарушен, то это между нарушителем и властью, это не между нарушителем и тобой лично. Если только ты не идешь по улице, там кто-то на кого-то нападает, это же другая ситуация, экстремальная. Вот так, поэтому если какое-то нарушение порядка, ты обращаешься к тому, кто отвечает за порядок, и все нормально. Все, счастливо.